Здравствуйте, с вами Андрей Захаров и рубрика «Быстрый завтрак». Сегодня готовим ленивые ватрушки. Собственно, нам нужно, основа это у нас будет хлеб для тостов, творог, банан, яйца, сахар и виноград, и корица. Начинаем для приготовления начинки для наших ватрушек. Туда пойдет банан, сахар, немножко корицы, небольшой пучочек мяты. Кто любит мяту, кто не любит, это компоненты не обязательно. Можно без корицы, можно без мяты. Банан можно заменить клубникой. Так, яйца. Если у вас начинка получается слишком жидкой, добавьте манной крупы. Если густая, разбавить можно молочком. Все новинки придумали лентяи, так что мы как большие лентяи используем блендер. Добавим слегка апельсинового аромата. Кто любит покислее, можно добавить лимон вместо апельсина. Не забудьте загреть духовку до 180-200 градусов. Если банан не промололись, ничего страшного. Кусочки бананов даже пикантно в наших ватрушечках. Даже если дети не едят творог, такие ватрушки они будут есть, я вас уверяю. Из винограда можно сделать веселые рожицы для детишек. Вот такой Винни-Пух получился у нас. Вот такой Чебурашка. Все, идем к духовке. Семь минут стекло. Наши ленивые ватрушки готовы. Красотища! Так, ватрушечки. Можно кто с чем. Горячие. Кто с молоком. Кто с какао, кто с кофе. Для взрослых и детей. Ленивые ватрушки. Приятного аппетита. С вами был ваш Андрей Захаров.